И всем привет, ребята! С вами Брик Студио. Сегодня я буду делать обзор по теме зомби-апокалипсис. Давайте начнем. Как видите, на улице полный хаос. Так давайте начнем с улицы. Здесь мы видим группу выживших, которые отбиваются от большой толпы зомби. Группа составляется из двух мужчин и одной женщины. У первого мужчины, как можно увидеть, есть дробовик, вот такой вот. Я его взял из Фортнайта. Лего, не настоящий Лего. Можете посмотреть тут вот видео. Да. А второй человек общается по рации. Вот этот вот. С шапкой. Часть зомби — это моя самоделка. Допустим, вот этот зомби. И вот этот зомби. И вот этот зомби — это мои самоделки. Если вы хотите, чтобы я сделал видео по самоделке зомби, то ставьте лайки и пишите в комментариях. Как вы видите, здесь у нас пожар. Здесь у нас бочки с топливом. И здесь у нас человек, которого уже укусили. Сейчас наставлю камеру, чтобы вы посмотрели. Вот сверху с камеры видно. У него такая рукав один. Другого цвета. Типа оборвался рукав. Лицо у него грустное. Вот. С каской. Я не знаю, почему я добавил эту коробку пиццы. Наверное, по-моему, это хорошо вписывается. Следующий у нас — это оружейный... Вернее, извините, инструментный магазин. Вот. Извините. Следующее — это инструментный магазин. Здесь, как можно видеть, на решетку зацепился зомби. Здесь можно увидеть, что зомби зацепились за решетку. Вот так вот. В инструментном магазине у нас есть вот такой вот урна. В ней есть молоток, гаечный ключ, пила и лом. В магазине два человека. Один — это полицейский, который держит пистолет. А второй — это один чувачок, который разговаривает по рации. На столе мы видим телефон, бутылка сока и чашка желтая. А теперь к самому главному. Вот я здесь реально постарался. И это кафешка или ресторан. Как мы видим, здесь на кухне есть уже пожар, видно. Пожар. На столе мы видим пиццу и сок. Сычок, вернее. За столиком мы видим повара, который прячется за стулом. А вот здесь у входа мы сразу видим, что вход разбит. В смысле, дверь стеклянная и окно разбито. Видите, там осколки стекла. И здесь зомби, тоже самоделка, которая нападает на уборщика. Тем самым уборщик держит метлу и хочет отбиваться. Да. На столе мы видим пиццу, печеньку и чашечку. И да. Ребята, как вам сегодняшний обзор? Если вам нравится, ставьте лайки. Если что-то там не понравилось,
или что-то не очень хорошо, то поставьте дизлайк и напишите комментарий, что вам не понравилось. Ведь мне каждая, реально, каждая ваша оценка очень важна. Так что пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк. Да, и здесь я сейчас вам покажу всех моих зомбиков. Самодельных. Первого зомбика, и он тоже все самодельные сейчас вам будет показывать. Я немножко его накрасил, его торсом. Снял одну руку, поставил красную, это в смысле цвета кожи зомби, это красная. Значит, если рукава порвались, то там красная кожа. Гениально. И один. И также штаны его тоже порваны немножко. Ну, как немножко. И он может менять, как бы он без руки, без кисти. Этот зомби может менять эмоцию. Сзади него есть еще одно лицо. Следующий зомби, это он с волосами такими. Спасатель, наверное. По-моему, это пожарный. По-моему, да, пожарный. Ну, обычно просто ему поставил голову и все. Следующий зомби, это тоже зомби-строитель. Вот. Штучка. С шлемом таким. С мотоцикла. И тоже один рукав ободранный. Сзади у него такая кисточка. Следующий зомби, это тоже торса. Изначально это было торса. По-моему, пожарного, да. Пожарного. Я взял из набора моих, немножко разукрасил, вот, и добавил бинты медицинские, и покрасил, типа изначально еще дополнительно этого зомбика. Давайте следующий. А вот следующий, это у нас зомбик-босс. Обычного человека, другого человека, и тоже добавил бинты, раскрасил, какая-то такая, не знаете. И он тоже строитель, рукав у него один сел, тоже с бинтом, сзади он такой шов, вот, тоже рукав ободранный, и у него наручники. Вот так все вместе. Все строитель, пожарные, тоже строитель, пожарный и повар. И с вами я был Брик Студио. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, как хотите. Ну и всем пока.